Яночка, хочешь прокатиться на моем стальном монстре? Серьезно, можно? Да, да, тебе все можно. Вау, спасибо, Санька! Ну я поехала! Мы начинаем свой репортаж со второго дня киевского мейджора. Йоу, защипой, Киев Стонер, как вы видите, Киев мейджор продолжается. Я размутился за нормальным микрофоном. Не спрашивайте, как я его себе распетлял. Illegal activity иногда решает. Также мы замутили неплохой бейджик, но он тоже ничего не решает, понял? Поэтому мы будем искать варики, как проникнуть вовнутрь системы. Если присмотреться, то там можно увидеть команду Virtus.pro. У нее сейчас фотосессия. Если там есть фанаты Na'Vi, я это не признаю. Я на самом деле извиняюсь, я просто не знаю, как они все выглядят в лицо. Это они, да? Классно. Пацаны, а можно как-то без очереди, у меня бэджики? Пацаны, вам нравится мажор? Ну, вообще, да, нормально. Что, вы рады, что Na'Vi в финале уже? Na'Vi, Na'Vi, Na'Vi. Мне кажется, или один из них меня выкупает? По-любому меня кто-то выкупает. Все такие, о, это что-то пацик грибов, понял? Держи, братик. Вот тут? Понял, он это, коллекционер автографов. Конечно. Если присмотреться, то можно увидеть очередь на мой концерт. Но снова алхимик в гостях, братишка. Нормально. Спасибо, что Аганин не нафармил, слышишь? Na'Vi, короче, не прошли, зато я нормально хайпану, это самое главное. Ты вообще понимаешь, насколько тебя здесь любят? Конечно. Я чувствую это. Вот эти все люди пришли, чтобы сделать фотографию с тобой. Не только со мной, с моей командой, но и со мной в том числе, да. Лёш, а это правда, что ты можешь на всех героях? Да, конечно. Ну да, да. А когда мы увидим твою короночку от Разора на 5-й позиции? Не скоро. Очень не скоро. И как она на 5-й позиции? На Кубке России мы можем увидеть только такую игру. Тебя смущает, что кричат Na'Vi на сцене? Нет, абсолютно. Это забавно даже, мне кажется. Вообще нет никакого, знаешь, негатива, мол, а что они такое кричат? Ребята, давайте, мы же ВП. Ну так они кричат, это просто так, это весело. Ну это реально весело, что команды Na'Vi нет на турнире, а люди все равно кричат Na'Vi. Лёш, я сделаю так, что завтра все будут кричать, когда вы будете играть соло-соло. Будет круто, но ребятам, наверное, будет обидно. Лучше пусть все кричат Virtus.pro. Соло будут кричать. Ну тогда еще, чтобы Лил кричали, и Рамзес, и Паша, и Нун. Я с ними поговорю. Обнятие. Ты знаешь, братик, что-то мы марафонами никак не можем пройти в студию аналитики. Наверное, надо писать кому-то. Надо в Верховную Раду проще попасть, чем в этот движ. Отвечаю. Итак, у нас начинается вторая катка. OG против Рэндома. Там он Каспер автографы раздает, мы не будем воровать его хайп. Погнали. Вы разбираетесь в доте? Я тоже ничего не шарю, но это мне не мешает быть здесь, да, пацаны? Хорош. Пацаны, мы ж никому не мешаем доту смотреть? Нет? Ну, даже если мы мешали, нам как-то все равно. Ой-ой-ой, там раздача, дядя. За кого ты болеешь? За OG. С детства за OG. С детства за OG? Даже после того, как Miracle ушел? Даже после того, как Miracle ушел. Вот Тайлор всегда будет на первом месте. Вот ты? Да. Щи, да, я. А тебя не смущает, что мы уже в финале, а твоя команда еще борется? Нет. Меня тоже. Актерская игра. Уровень 2К. А чего с вами все фоткаются? Я не знаю сама, не понимаю. Мне кажется, это какой-то флешмоб. А, можно мне тоже тогда с вами сфоткаться? А чего ты тут делаешь? Я сюда пришел посмотреть на игру ВП, но они еще пока что не начали. А кто такие ВП? Кто в команде ВП? Я знаю 3 русских и 2 украинца. А как их зовут? Ой, вот это затрудняюсь сказать. Ну а я кто? Чего ты со мной хочешь сфотографироваться? Я просто
Не знаю, все с вами фоткаются, вот и я. Просто я красивая? Определенно. Если бы я была Дота героем, каким бы героем я была? Мипа. Привет, конечно. А как меня зовут? Забылся. Такой ноунейм какой-то, что ты со мной фотографируешься? Я с вами видео багато дивлюся. Ви, здається, в Наві відеоблогер? Ні. Ну, давай тогда. Ну, ти-то знаєш, як мене звуть? Діана, якщо я не ошибаюсь. Оля? Ні, прости, пожалуйста. Я даже в інсті на тебе підписаний, я забыл. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. На автограф? Да. Уж, глянь, какая очередь выстроилась. Большая, но это не к нам, это все Коджи. Просто нас местами поменяли, они все думают, что тут Коджи, а тут пришли какие-то два. Такие дела. Ну что ж поделать. Наклейки у меня теперь. Это герои из Доты. Дядя, шо тебе про? Ну шо они могут, дядя? Я бы как вышел, как раз дал бы там все вареные были отвечать. Согласен, братан? Саша Дашкевич, жесткий пацан, я тебе подарю большой желтый банан. Спасибо, это отличное стихотворение, Яна, у тебя определенный талант. Саня Хвост вообще непобедим, я ему по-братски подгоню огонь. Ну что ты, Альберт? Ой, млад, да что-то я подзаебался. А ты что? Я подустала. Я тебя понимаю. Слушай, я так и не проникнул внутрь этой системы, дядя, ни к аналитикам, никуда. Будем надеяться, что завтра среди охранников есть какой-то фанат Нави или мой фанат, и мы за автограф Дэнди распетляем вход в эту систему. Потому что это не дело, уже не по приколу так марафон. Я тебя услышала. Да, слушай, я хотел у тебя кое-что спросить. Ладно. Опять он с этими приколами.